Здорово. Здорово. А я тут видео снимаю, не закрывай. Мне надо, чтобы я вход показал. Вот тут вход. Сборную России по бойцовскому джиу-джитсу снимаешь? Да. Не кидайте вещи, а то здесь это... Подожди, Влад. Ты мне советуешь, что это кто кинул? Ну-ка оденьтесь, я это в интернет выложу. В интернет что? Да. Ну, оно, зачем ты можешь? Иди отсюда, блядь. Извините. Вот такой зал, вот. Мужики все не смотрят. Ну, возможно, здесь будет массажный кабинет. Да. Все, можно наработку сделать. Влад, да. Привет, что здесь за зал? Ну, здесь секретный зал. Секретный зал. Почему тебя позвали? Ну, это я всех позвал. Понял, спасибо. В общем, иду к пацанам в Титан на тренировку. Они еще до ухода столпились. И в зал не заходят. Эй, парни! Парни, пошли на тренировку. Хорош лежать, пошли, скоро начнется. Я сегодня как раз не опоздал на разминку. Так, пацаны, пока вы сидите, вот он, читайте, там я выделил конспект. Конспект выделил. Потом это, ну, перескажите мне. Кто это такой вообще? Так, ты английским языком владеешь? Тогда тебе вот на английском языке. Стасу поменьше, он... А это прям всю выход? Ну, не молодой уже, память уже не... Ну, не та, что в тесте. Ну, картинок побольше, так, да. Жень, тебе что? Вот у меня есть. Ну, давай. А ты мне две случаи. Ничего не давай. Ну, вот две. Как раз. Ты же молодой. Вот история, история, вот. Это из Википедии, да? Завтра перескажешь. А, можешь ее составлять? Википедия это недостоверная. Румын. Информация. Единственное... Нет, ты можешь взять по тем же темам, найти достоверный источник. Ну, главное перескажи. То есть ты ему, ну, задание сделал? Да, домашнее доклад, задание. Доклад. Да, доклад сделать, следующую тренировку. Да. Нет, у вас, смотрите, в субботу в 10 утра мы здесь встречаемся. У нас, ну, проверка будет, его проверять, как это, консультация перед экзаменом. И вот у нас же, у всей нашей большой академии, Кристиан Сесар, уже будет аттестация 12 часов дня. В субботу, и вот там вот вы уже выступите, ну, с докладом. Здесь, чтобы утра у вас репетиция будет. Палыч, а ты на аттестацию поедешь, кстати? Ну и что ты об этом думаешь? Пойдешь? Не знаю, наверное, пора в стрелу переходить. Вот, нашли зал, мы нашли помещение. Помещение было в таком немного плачевном состоянии, когда мы сюда пришли. Потом, когда мы начали делать ремонт, оно еще в более плачевное состояние перешло. Ну и в итоге вот сделали зал. Собираемся здесь. Сейчас будет супер техника. Да он тебя просто трогает. Да я тоже так делал. Пиздец. А ты, я так, кстати, умею. Да так все умеют. И расскажи, почему у тебя все время лицо разбито всегда? Ну, потому что я фанат на этой диазе. И все? Ну, еще потому что я люблю зарубиться.